Курганный могильник Абакан-8 – один из самых крупных в столице Хакасии. Он был выявлен еще в конце 40-х годов прошлого века, но впоследствии практически полностью застроен жилыми массивами. Памятник очень интересен тем, что там очень много культурных напластований. Здесь могилы производились со времен тагарской культуры, это 2500 лет назад. Потом в Таштыкской следующие культурные. Потом здесь было большое этнографическое кладбище, то есть кладбище 19 века. Однако в ходе работ специалисты выяснили, что территория в районе Нацбанка археологического интереса не представляет. Тем не менее, раскопки позволят историкам уточнить карту могильника. А строители смогут вздохнуть спокойно и вернуться к возведению дома. Работы ведутся и на въезде в Абакан. Здесь занимаются исследованием археологи из Новосибирска. В ближайшие годы транспортную развязку на въезде в столицу республики ждет реконструкция. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Хакасии следит за тем, чтобы в ходе работ не повредили те памятники, которые могут быть расположены на этой территории в толще земли. Мы изучили ситуацию по расположению археологических памятников. И здесь за многие годы исследования пока ничего не зафиксировано. То есть, и плюс здесь, видите, в чем дело. Здесь идет строительная застройка. Ну, то есть застройка, тут уже раскопано много что. Здесь насыпь дороги идет. То есть здесь, если были какие-то слои, какие-то памятники, скорее всего, это что все снесено. Ямы, шурфы примерно 2 на 2 метра и чуть более 220 сантиметров в глубину позволят определить, жили ли здесь люди много веков назад. Работа кропотливая, снимают грунт осторожно, поэтому завершить исследование планируют поздней осенью. Наталья Данина, Руслан Шалдинов, РТС.